Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин ToCamp. Видеообзор кресла складное, поворотное для лодки ПВХ со стойкой. Кресло у нас выполнено из дермантина, то есть оно не будет промокать. По размерам ширина 40-35, высота спинки 40 сантиметров. Дальше у нас что есть? У нас есть регулируемая по высоте опора. Опора у нас идет на высоту 35 сантиметров и максимально получается 38 сантиметров. Опора у нас фиксируется на систему электрос при помощи электпазов, которые здесь уже установлены. И поворотный механизм у нас идет на подшипниках. Здесь имеется регулировочный болт. И сама система складывается достаточно просто, то есть поднимается и складывается. И фиксируется также в этом положении. Попробуем сейчас приблизить. Три поднимаются. Складывается. И фиксируется в нижнем положении. После чего можно зафиксировать болты и гайки. Какие могут быть еще размеры у вас интересуют? По размерам добавим. Максимальный вылет у нас здесь 60 сантиметров. Ширина опоры 35 сантиметров. В принципе, все. Вот такое кресло для лодки ПВХ. Поворотное. Рекомендую.